Антониони я спросил. Микеланджело, вот я возводил Ферганскую долину везде, все. Как вот, как у вас ощущения? Ну, замечательно. Красивые места. Ну, а народ, вот красивая страна, да. А народ, что народ? Народ? Народ меня просто поразил. Во-первых, они носят костюмы, которые 1000 лет назад носили. Вот это мне понравилось. Такие халаты, все. 1000 лет назад, и сейчас носят. Вот эти традиции сохраняют. Потом мне очень понравилось уважение к старшим. И потом, самое интересное, что я видел, как Анди, мы идем по переулку, да, и я вижу, девочка лет 5 подметает около дома. Подметает. А у нее за спиной годовалый ее братишка спит. Вот это, говорит, меня поразило. Трудятся они уже, вот такой вот привыкают трудиться. Вот это вот мне понравилось. Ну а еще, какая вот черта главная узбекского народа? Главная черта, я думаю, знаете, этот народ никогда не сломает. Никогда не сломает этот народ.